служба муниципальная, да, это тоже, в первую очередь, человек должен сам оценивать свои силы, возможности. Но прямо скажу, что просто на пятидневке не получится все сделать. Тут поэтому я требования к себе предъявляю, и они сохранились прежние, что в субботу железно должны все руководители работать, железно. Потому что задач очень много накопилось, и сегодня время требует постоянного контроля. И, конечно, когда со многими, может, вы тоже помните, я об этом говорил, порядка, наверное, 4 кандидатов, но именно вот, в том числе Сачинская, отказывались только потому, что, значит, нету субботы, воскресенье надо отдыхать. Ну, просто тогда мы не удержим ситуацию. Вот здесь надо постоянно быть в курсе всех событий, которые происходят. Ну, наверное, время заставляет быть, значит, постоянно в тонусе, постоянно держать руку на пульсе. Руки не опускаются? Нет, если бы опустились, они давно опустились. Но у меня не в характере такой, чтобы опустились руки. И что для этого нужно, чтобы произошло, даже я не знаю. Гораздо, в жизни ситуации были гораздо серьезнее. Поэтому я привык к этой работе. Значит, она мне нравится, эта работа. И чем сложнее, тем хочется решить этот вопрос. Допустим, может быть так, иногда тоже хочется там что-то большего, да, но иной раз получается, что, значит, есть категория, которая, да, прям активно, да, то, что что-то меняется, есть категория, которые говорят, ну, сегодня мало что происходит, да, там есть категория, везде говорят о том, что нет практически ничего, да, но если сравнивать, опять же, год назад, да, вот, ну, определенную поддержку я чувствую.